Доброе утро, друзья. Я проснулась, только вот проснулась, прям вот даже не умылась. Да, я такая красивая просыпаюсь, идеальная. Чашечка кофе на балконе и встречаю сегодняшний день. Сейчас я пойду умоюсь, приведу себя в порядок, немного подкрашусь и пойду украшать мир. Но сначала чашечка кофе с вот таким прекрасным видом. Это мой прекрасный Чучи, который не очень хочет петь. Смотрите, какие великолепные цветы распустились у меня. Очень красиво. Правда? Смотрите, какой великолепный день будет сегодня. Небольшие тучки, но это не мешает летнему дню. Очень красиво. Очень все красиво, все замечательно. Вот. Я, конечно, не всегда встаю такая красивая. Иногда встаю, немного опухаю. Но красоту ее ничем не испортишь. Все как есть. Мой великолепный пес, который всегда лежит возле меня. Он очень замечательный и очень красивый. Ну все, кофе я попила. Сейчас пойду приведу себя в порядок, оденусь. И пойду украшать мир. Всем доброго утра и хорошего настроения, такого, как у меня. Сегодня я надела вот это богатое платье из чистого льна. А чтобы разбавить это богатство, надела обычные шлепки. Ну как они, конечно, необычные. Это Италия, кожа. Вот. Вот такая вот я буду красивая сегодня украшать мир. Не знаю, что надеть сюда. Какие-нибудь серьги сейчас надену. Подкрашу губки. Правда, не знаю зачем, потому что все равно в маске, но все же. Вот. Как вам мой образ? Пишите в комментариях о моей красоте. У меня сел телефон. Телефона нет. Телефон у меня не сел. У меня сели батарейки на камере. Ну ничего, я надела комплект. Это Сваровски. Вот, и здесь, вот, мне дарил их муж, правда, оплатила я сама, мне важно, это роли не играет, а вот, так что вот такая вот я красивая, вся такая-никакая, пойду украшать мир, поедем сейчас на шопинг, вас ожидает чудо-шопинг, будем с вами выбирать красивые платья, наряды, юбки, в общем, все, что украшает женщину. Вот. Я сегодня сделала уход утренний, масочки. Сначала нанесла тоник, потом нанесла сыворотку, на сыворотку нанесла масочку, на масочку нанесла увлажняющий крем, а на увлажняющий крем еще что-то унесла, но я вам все потом покажу. Вот. Вот такая вот у меня идеальная жизнь, прекрасная. Вот. И сейчас пойдем этой прекрасной жизнью украшать мир. Ну а теперь всем привет по-настоящему. Если вам нравится такой формат видео, как это начало, то вам не на мой канал. У меня все поправьте, у меня нет ни такого преувеличения. Все прекрасно, все замечательно, все идеально. У меня все как у всех. И стою я не накрашенная, и опухшая местами, и лохматая. Такая жизнь, какая она есть. Правда, платье я надела красивое. Этом да. Так, и едем мы на шопинг, это тоже да. Потому что я что-то подумала, что смотрели, мы уже ходили, в Гранаду постоянно ездим, птички поют. Осталось только съездить в Велес-Малагу. Она находится у нас тут где-то минутах 40 от нас. И вот мы туда помчимся. Мы поедем поблукать. По магазинам погулять и вам показать что-нибудь и себя показать. Кстати, если вам понравилось начало моего видео, ставим лайки и жду ваших комментариев. И еще у меня сегодня я с новой сумкой. Мне она обалденно понравилась. Это Parfums. Такая мягкая, такая классная, в общем, супер. Я сейчас сегодня ее выгуливаю. С Чарли останется муж, который будет
гулять с ним, пока я себя выгуливаю красивую такую. Я уже приехала, там, короче, очередь стоит, чтобы продезинфицировать руки. Вы из каких класса людей, можно сказать, которые дезинфицируют руки вот при входе? Я свой достаю спрей и своим спреем обрабатываю руки, чем стоять в очереди ждать. Смотрите, беру джинсы. 8 евро всего, представляете? Были 20. Сейчас очень хорошие скидки у нас везде. Но у меня есть одна проблема. Мне ничего не надо, вот абсолютно ничего. Поэтому я даже не знаю, зачем я сюда приехала. Ну, во-первых, чтобы пробздеться. И чтобы так поснимать что-нибудь, показать. А может быть, знаете, и найду, фиг его знает, купальники такие. Вот еще на пляж не ездила, но на этой неделе думаю начать. Купальники я еще в этом году ни разу не надевала, поэтому даже не знаю. Ладно, если я что-то увижу красивое для вас, симпатичное, то обязательно вам покажу. Вообще ничего, хотя две кепки мы уже купила и труселя, трусов много не бывает, не знаю, ну он вообще, знаете, так как ничего не надо, поэтому вообще даже глаз ни за что. Смотришь обычно юбку, думаешь, ну у тебя же уже таких две, смотришь платье, думаешь, у тебя таких уже 15 штук, может быть обувь сейчас посмотрю или что-нибудь, ну не знаю, Зара. Что-то мне Зара последнее время не нравится. Не знаю. Обувь. Даже старые скидки. Разве можно летом носить, а? Ты же спаришься вся. Или может быть это не летние? Не знаю. Оксаночка, WhatsApp. Смешные. Слышу немецкий говор. По-немецки говорят. Ой, вот эти вот, смотрите, ничего, прикольные. Удобными должны быть. Да уж, офигенная скидка, целых 5 евро. Мне главное, чтобы не застегивалось вот так вот плохо. Они дали. Со
сандали спортивные. Смотрите, какие удобные, наверное. Что они там стоят? 77 откройся. 50 евро. В поля мне ходить за полтинник, как вам? О, ну вот это совсем веселее прям. Выхожу вот в таких красивеньких, прихожу страшненьких от пыли. Цены какие-то. Несмотря на то, что вторые скидки. Здесь еще вот есть обувной. Рядом два. Тоже неплохая обувь. Смотрите, я сейчас в Динос. Никогда не замечала, что здесь даже продукты продают. Например, вот здесь это... Ой, хлопья-то эти, господи. Авена. Овес. Оксаночка, WhatsApp. Ой, как она. Хлопья овсяные, во. Надо же 4... А, нет, этот чай. Сколько, даже не знаю, сколько они стоят. А, 3 евро. В общем, интересно. Чай... 6 евро. Откуда он, интересно, такой, что здесь продается? Кстати, пахнет даже через маску. Вкусно. А это что такое? А, это, наверное, для хлеба мука. Угу. Ну надо же, чего только нету. Никогда не обращала внимания. Все, больше нет еды. В общем, я, как всегда, в кухонных принадлежностях смотрю, что бы такое интересненькое взять. Мне вот здесь нравятся всякие штучки смотреть. Оксаночка. Мы уже давным-давно дома, поели, отдохнули. Вот, ели дома, так как рано уехали. Приехали тоже рано. И что я купила? В общем-то, я себе ничего не купила. Да, моя рыба сладкая. Муж у меня любит кепки. Вот как я люблю сумки, он любит кепки. Но так как одежду всю я ему покупаю, всю-всю-всю, он просто сказал, я хочу кепку джинсовую. Это уже вторая джинсовая кепка, но это прям летняя-летняя такая, это, как сказать, тоненькая, классная. А вот это вот по виду вроде бы, знаете, как спортивная или что, но она прям так смотрится нормально на голове и тоже такая легкая-легкая. Тебе тоже нравится? Ну, что ты мне свалил-то? Что ты мне свалил-то все? Вот. Ну, дай людям расскажу. Дай, подожди. Ну, подожди. А то опять кепку надену. Ясно. Ясно. Вот видите, как я камеру беру в руки, он лезет целоваться. Ясно. Испираты. В общем, 10 евро, но 30% скидка была. В общем, за 7 евро купила такую кепку. Это H&M, по-моему, да? Да, это H&M. H&M, как там каждый по-разному называет этот магазин. Это тоже стоило 10. И тоже за 7 ее купила. В общем, прикольная такая кепа. Потому что я их стираю, и вот тут вот козырьки протираются.
Хоть я и стираю в этих специальных чехлах, но стираю часто, и вот козырьки протираются, приходится. У него очень много кепок. Вот еще две будут новые. Но они тоже, как говорится, чуть ли не каждодневные. Сейчас тем более жара. Вот, а я сейчас залезла в Facebook, как всегда, и, блин, смотрю, и наша мэрша говорит, говорит и показывает, что в нашем городе, я напомню, на 60 тысяч населения 13 зараженных обнаружились. Видите, сегодня нет, завтра есть, вот так вот. Все они типа это... на домашнем аресте, скажем так, под контролем. И сейчас вот есть люди, чуть ли не организации специальные, которые выявляют, выискивают людей, с кем они общались, кто может быть заражен из общения, делают тесты. В общем, вот так вот, такая вот ситуация. Не очень, как говорится, это новость. Приятное. Лучше бы, конечно, раньше хоть и в масках всех. И вот она пишет, что будет полиция более, как это, подходить серьезно к нарушителям, потому что все маски носят вот так вот, ниже носа. И будут штрафовать, и, в общем, да, вот так. По мне, так, знаете, нехер шароебиться по улицам. Если неудобно в масках, сидите, блин, дома, и все. Как я это делаю. Но мне сейчас нужно выйти, потому что мне нужно фильтр для машинки стиральной купить. Пару фильтров, зараза, дорогие. Вот. И что-то еще мне нужно. А, и ополаскиватель для белья. Машинка уже переполнена. Ополаскиватель я вот в Меркадону ездила, забыла купить еще. Но я в одном магазине покупаю, где мне нравятся там хорошие ополаскиватели и хорошо пахнут. Кстати, я сегодня накрасилась, и так неуютно, потому что так жарко. И хочется все время морду лица трогать. Не знает, как подлизаться уже. Не знает, как подлизаться. И так, и сяк. И никак, и потихонечку вот он ползет, ползет, ползет. Иди целоваться. Иди целоваться. Венга, давай целоваться. Давай. Давай, давай. Давай поцелуемся. Ну давай, давай. Ну все, доволен? Ну доволен? Ну, поговорим, давай поговорим. Чё ты, да доволен? Все, все, отвел душу. Отвел душу, как говорится. Так что пойду одеваться. И, фу, блин, шерсть у него лезет, все это липнет. Ужас, ужас. Ой, сладкий мой, рыбка. Оденусь и пошла. У нас, кстати, по центру города вот такие навесы всегда на лето делают. Видите, где центр? Везде. Ну, где зона, коммерческая зона. Вот такие навесы, то есть ходить довольно-таки приятно по улице, не так жарко, продувает ветерок. Мне целый город нужно обойти, чтобы дойти до магазина, где продаются фильтры для стиральной машинки. Но я уже, блин, так долго откладывала этот процесс, чтобы купить, что просто, где бы мне пройти-то лучше. Здесь, что просто уже там от фильтра ничего не осталось, только каркас один. А потом все это остается на одежде. Все вот эти вот катышки, какие-то там штуки, дрюки. Парикмахерская. Парикмахерские у нас, кстати, сейчас работают на 50%. Мало того, что лето, так еще этот вирус дурацкий. В общем, да, в этом году выживают. Смотрите, какой лифт, и оттуда выезжает машина, видите? Такие вот у нас гаражи подземные с лифтами или лифтами. Вообще, стоп, как говорится, язык русский, это вообще могучий велик. Столько разных слов, которым я раньше не придавала значения. А сейчас задумываюсь, как правильно говорить. Вот это, кстати, тоже магазин неплохой. Здесь такая есть и нарядная одежда для праздников, и повседневная. Так что вот так.
Ой, как хорошо, прохладненько. Ветер дует. Чуть не мандыкнулась. Фильтров не оказалось. Парень мне дал номер телефона. И я ему скину по WhatsApp марку, название стиральной машинки, там что-то номер. Ну, это муж все там посмотрит и скинет ему. И он мне закажет. Вот. И привезут фильтры. Такие вот дела. Может быть, на следующей неделе. Тогда, видно, не судьба. В общем, сейчас иду за ополаскивателем. Гуляю. Такая вот у меня прогулка будет. В общем, в такой парфюмерный магазин пришла мужу купить парфюм. Это имитация. 100 миллилитров стоит, если с бутылкой, то 14 евро. Если без бутылки, то 16. 2 евро там. Смотрите, здесь иногда на пианино играет. И пахнет очень вкусно. Там они что-то стоят, нюхают. А я знаю уже, что я буду покупать. Я буду покупать Invictus. Он обалденно пахнет, и мне нравится, как пахнет. Ну, а кому еще должно нравиться? Естественно, мне. Я же сижу, нюхаю, правильно? Так что вот так. Так, хватит болтать, выходите. Зашла в фруктовый магазин. Так хотелось пить. Мне когда пить охота, хочется что-то цитрусовое. И взяла 3 мандаринки. Сейчас не сезон мандарин, не знаю, откуда их привезли, откуда-то оттуда. 2 персика взяла. Это мужу. Пахнут вкусно, кстати, персиками. А я люблю больше инжирные персики. Вот такие. По-моему, один был спелый уже. Это пакеты я так не люблю вообще. А еще взяла вот такие огромные сливы. Смотрите, они просто громадные и мягкие уже. Их можно уже есть. Вообще я люблю сливы такие маленькие, вот как наши. Но что-то их пока еще нет. Может быть, попозже. Видимо, только с холодильника достали, потому что они все мокрые. Сейчас одну сливку съем. Я уже сходила в душ. Знаете, сейчас краситься просто нереально. Потому что в день я могу в душ сходить раза 3. А когда накрашенная, то как бы, да, что в душ-то ходить. Красоту-то смывать. Поэтому летом, ну его нафиг, краситься. Тем более сейчас в масках, в очках. Кто тут видит? Пью лимон с водом. Вернее, лимон с водом. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик. Всем нужные друзья. Ну, блин, ну вот как так? Купить этот и уже полугнилой, а? Это только я так могу, наверное. Или вы тоже так покупаете фрукты? Выбираете, а потом бац, один из них гнилой. Какая же вкусная вода. Ладно, буду пробовать персик. Персик нет. Слива вот эта мягкая прям. И пойду отдохну. Я сегодня что-то целый день хожу. Куда хожу, что хожу. Сегодня зато подарков столько у мужа. Кепка и духи. Парфюм. Сейчас ему поставлю, он офигеет. Он, знаете, очень любит душиться, прям, чтобы от него пахло. Я говорю, блин. Так, я уже рассказывала, как он брызгается вот так. Чук-чук-чук-чук-чук. Он говорит, ну это же хорошо, когда пахнет. Тебе же нравятся эти запахи. Я говорю, ну мне нравится торт. Один кусок. Когда съешь его целый, то тебе уже хочется его обратно отнести. Так и с парфюмом. Немножечко туда. А когда много, просто сидишь и задыхаешься. Вот. Я так вытерлась немножко, чтобы все с меня стекало, прохолодненькая водичка. В общем, вот такие вот у нас дела на вечер. На завтра замариновала крылышки здесь. Ну, как всегда, соевый соус, чеснок сушеный, остричный соус, приправа для мяса, паприка добавила копченая. В общем, все тут дела. Сейчас отправиться на завтра. Сделаю, не знаю, либо в духовке, либо как KFC. Мне очень нравится. Пожарю. Посмотрим. Поживем, увидим. Я, наверное, с вами буду прощаться до завтра, потому что я уже больше ничего делать не собираюсь. Это был мой последние дела, которые на сегодня планировались. Так что все, друзья, всего самого наилучшего. Всем пока-пока, до завтра. Пока.